Привет, мои дорогие! Вот надо быть очень внимательным. Знаете, я постоянно помню... Помните в «Матрице» это красная девушка, да? Девушка в красном? И когда Морфеус говорит «Нео», вот когда он засмотрелся на нее, и хана ему. Надо постоянно тренировать себя, надо постоянно тренировать свой ум, надо постоянно... делать этот ум разумным, то есть бдительность должна быть. Постоянно нужно находиться в состоянии сфокусированности. Должно быть полное отсутствие беспечности. Потому что, кажется, Аль Капоне говорил, что мужчина не может быть беспечным. А есть еще одно высказывание, что жена беспечного мужчины – это практически уже вдова. То есть надо постоянно быть как кошка, понимаете, да? Вы должны постоянно все видеть, все наблюдать. Ваша философия должна быть сфокусирована на то, что вы должны быть бдительны 24 часа в сутки. Кстати, об этом говорил Иисус. И да, Он говорил не спать, не быть постоянно, так сказать, в состоянии сна. Потому что человек в основном спит. Либо возле телевизора, либо возле своей машины, либо возле своего какого-то офиса. Он спит, лежит и ничего не тренирует. Так что постоянно тренируйте свой ум, он тоже поддается тренировке, так же как бицуха. Выздоравливайте!